Всем привет! И сегодня у нас на обзоре селфи-палка от компании Xiaomi под названием Mi Selfie Stick Tripod. Устройство поставляется вот в такой вот коробке. На передней стороне мы видим изображение самого стика. На обратной стороне располагается краткая инструкция по использованию устройства. С левой стороны имеются технические характеристики стика. Откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри имеется селфи-палка, коробочка, внутри которой лежит пульт, а также бумажный вкладыш на китайском языке. Вот так выглядит вкладыш. Вот так выглядит содержимое маленькой белой коробочки. Ну и наконец, вот так выглядит сама селфи-палка. Использовать стик очень легко. Достаточно просто потянуть штангу вперед. Как видим, устройство довольно скромной длины, всего 50 см от края до края. Часть с креплением смартфона поворотная и поворачивается на 360 градусов. В ручке стика спрятан механизм треноги. Раскладываем устройство, и вот перед нами уже небольшой штативчик. В таком виде устройство легко ставить на любую ровную поверхность. Это удобно, например, для просмотра видео со смартфона или съемок собственного блога. Что касается пульта, то работает он по технологии Bluetooth и питается с помощью встроенного аккумулятора на 60 мАч. На пульте имеется всего одна кнопка. Долгое нажатие, и пульт переходит в режим сопряжения. Далее на смартфоне находим устройство и подключаемся к нему. Чтобы управлять камерой смартфона, запускаем приложение «Камера». Нажимаем кнопку пульта, после чего камера производит снимок или начинает запись видео в зависимости от выбранного режима съемки. Повторное нажатие останавливает запись. Для выключения пульта зажимаем кнопку на несколько секунд. Вот так устройство выглядит в сравнении с селфи-палкой для экшн-камер от Xiaomi. Как можно заметить, стик для смартфона уступает своему собрату в длине. Вот так вы выглядите со стороны при использовании устройства. В целом, селфи-палка производит приятное впечатление. Устройство легко складывается и раскладывается. Имеет поворотный держатель смартфона, пульт, работающий даже с iOS-девайсами, а также оснащен дополнительной функциональностью работы в качестве штатива. К небольшим минусам можно отнести малую длину стика, но, как по мне, для съемки широкоугольной камерой смартфона этого вполне достаточно. Ну что же, это был обзор селфи-палки от компании Xiaomi под названием Mi Selfie Stick Tripod. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!